pensionară, fostă profesoară. A sunat să ne anunțe că a donat din puținul pe care îl are pentru eroii în alb. A scris și niște versuri pentru a încuraja pe oameni să doneze. Doamna Marcinski, bună ziua, sunteți bună în direct. Bună ziua, bună ziua. Eu vă felicit în primul rând cu aniversarea 10. Sunt o fană dumneavoastră. Publica TV nu lipsește din ordinea de zi a noastră. Se începe ziua și termină cu Publica TV. Ați spus că aveți niște versuri pentru medici. Am scris niște versuri pentru medici și alte versuri am scris pentru noi toți. Vreau să zic că primele se numesc Нашим дорогим врачам. Мы просим вас, Ларис, мы слушаем вас. COVID-19 привычный ход всей жизни изменил. Оружием зла стараясь бряцать, достоинство людей он проявил. Рискуя жизнью и здоровьем, в жестокой схватке с яростным врагом, бросая вызов всем условиям, врачи нас лечат сердцем и умом. Герои наши на передовой не смыкают глаз ни днем, ни ночью, совершают скромный подвиг свой, за что народ им благодарен очень. Как после грозы сияет солнце, так и вирус гинет, как кошмарный сон, потому что бьется врача сердце со своим народом в унисон. Ларис, на самом деле вот комок в горле, я вас слушаю, и хотя у меня дочка только на первом курсе медуниверситета, но я прочувствовала каждое свое слово. Вы педагог, вас так тронула эта ситуация. Да, вы как знаете, 12 марта, когда объявили чрезвычайное положение, как раз мне исполнилось 70 лет. Să fiți sănătoasă. Cât ați donat, doamna Marcinski? Poftim? Cât ați donat pentru medici? Eu am donat 50 pentru personalul de medical. Da, 50 de lei am donat din ceea ce am avut posibilitate. Eu, chiar dacă vroiam să donez altceva, nu posed tehnica aceasta nouă. Лариса, мы вам на самом деле благодарны, потому что сегодня на вес золота, мы говорили об этом все 4 часа, любая помощь, 10, 5 лев, кто сколько может, потому что все это пойдет для того, чтобы создать абсолютно безопасные и хоть как-то более комфортные условия для наших медработников, для тех, кто сегодня на передовой, это врачи, это медсестры, это санитарки, это водители, которые рискуют своей жизнью, которые рискуют жизнями своих детей, своих родителей, своими семьями, они едут, они спасают, они подставляют нам свое плечо. Я это прочувствовала всем сердцем своим. И вот для всех нас я написала еще стихотворение «Вом резиста». Да, мы вас просим буквально минуточку, и дальше эстафета перейдет к нашим коллегам. Прошу вас. Вирус, изолария, пандемия, тречим без тетотку у меня. Ну, мои нунири низко паря, целый там, где ура шингам фаре. Я ушорся критич дентро партия, дар тупуня умару ла фапте. Де он сват, импликате, калмяза, ну и тим пулчелор че бламяза. Стребуни тот трекутал при невой, ас профамите, сечете, развой. Дар тати аун винс, ау резистат, калмаря ши унирия яу гидат. Ши ной вам резистане аппарат, вам трече песта чест маре покат. Vă chem, compatrioți, să fim uniți, să ne păzim pe noi și pe părinți. Mulțumim tare mult pentru alte cuvinte calde, dar și pentru donația din suflet pe care ați făcut-o. Doamna Marcinski a fost la telefon, fosta profesoară, doamna Larisa Marcinski, pensionată.